Здравствуйте, мои дорогие зрители и зрительницы моего канала Жанна Гельтнумера. С вами Жанна из Германии. Вот приготовила по старой памяти салат из шампиньонов. Делается это очень легко. Можете нарезать вот на такой вот приборчике. Сюда вот грибочек ложите, вот так вот хлопаете. И получается такие уже нарезанные. Это для быстроты. Отличная вещь, рекомендую. Продается 10 евро стоит в Кауфланде. В интернете тоже можно много найти, они с разными насадками, у меня здесь только 3, и мне вполне хватает. Вот я нарезала, если, значит, вы не имеете такого прибора, то режьте, почистили шампиньончики и нарезали вот такие долечки. Потом берем лимончик, вот так вот выжимаем перчиком. Вот перчиком, который молит, посыпаем. Ну, кто-то хочет, вот лучше, конечно, вот такое масло миндальное, оно вкус не имеет. Кто хочет, может масло и не лить, потому что масло, вы должны понять, это стопроцентный жир, неважно какой, растительный, но все-таки это жир. Так как кто-то на диете, масло не кладите. И вот, приятного аппетита. Этот рецепт и впервые я попробовала во Франции. Там семья французов была, все дохлые. Худые, стройные и спортивные. Так что любителям вегетарианства очень рекомендую. Потому что вегетарианцам не хватает белка, и от этого у них под глазами темнота. Я это называю эффект Балу. Просто у нас друг индус, он вегетарианец с детства, и у него, как его, черные мешки. Ну не мешки, это чернота под глазами. Мы говорим, Балу, Балу, Балу. Тебе надо есть витамины. Вот он витамины принимает с белком. И он, чернота сошла с его глаз. Поэтому вы имейте в виду, вегетарианка я была 3 года, да, попробовала, что это такое, но все же для моей первой группы крови мне надо есть мясо. И от мяса у меня больше сил и креативности. Так что вот такой салатик. Можете еще зеленушки сюда посыпать. Я зеленушки не посыпала, но что было дома, то и сделала. Просто я завтра буду сделаю шампиньоны с картошечкой. Поэтому думаю, да, сей салатик сделаю, чтобы вам показать. До свидания, мои дорогие, до свидания. Пишите, кстати, комментарии, кто сделал этот салат и попробовал, и что вам понравилось, не понравилось. Но мне нравится, он такой необычный салатик. До свидания, мои дорогие, до свидания.